какие-то брюзды, подвески для творчества. Тогда оно второй раз заходит на посадку, прикрывается кренчиком, блестяще выполняет заход на посадку и, значит, сел. Все живы, целы, невредимы. Настолько это потрясло армянский народ, что его портрет повесили на улице Ленина, как она сейчас называется, улица Свободы, наверное. Площадь Республики сейчас. Улица Ленина. На улице Ленина, где базар там, рядом с базаром, рядом с генералом Андроником повесили его. Вот может проверить, дайте летит и проверить. А генерал Андроник — это человек, который, значит, оказывается, дрался с турками и спас армян от полного уничтожения. Вот так. Понятно, как оценили подвиг летчика? Ну, вы очень хорошо все помните. Ну, а как же, мои друзья все были. Генерал тоже друг был, который с турками дрался. А вот сейчас учился борт-инженер, он летал на самолете Ил-86. Так его и даже звали, Андроник. Борт-инженер с Москвы. Он учился на Ту-204. Есть вопросы? Нет. Замечательно.